И всем снова здравствуйте. Мы вновь встречаемся на новом Дабл Толке. Три новых бравлера. Джунгли. Царство снов и их скины. Семь новых гиперзарядов. Новый старт дроп. И добро пожаловать на новый Дабл Толк. Всем привет. Сегодня в Дабл Толке участвую я. Как вы поняли, мы находимся в царстве снов, где сбываются мечты и снится все хорошее. Там же и будет новый сезон царства снов. Но есть и страшная сторона, где находится наш новый бравлер Шайла. Айла – правительница страшной стороны, где снятся только кошмары, и появляется одно зло. Атака Айлы, она стреляет слизью, несколько снарядов, которые летят прямо на врага. Каждый снаряд наносит по 500 урона. Ультой Айлой кидает свой кошмар, который замораживает врага и дает эффект кошмара. Это новый эффект, когда у вас затемнеет экран и вам будет наноситься урон. Можно и про скины. Новый набор скинов, который относится к этой тематике царства снов, в нем будет только три скина. Волшебник Сэнди. Он наколдует вам только хорошее. Вы в безопасности. Вторая вариация этого скина – волшебник черной дыры Сэнди. Сонный Эдгар, похожий на Сэнди. Спит не по дням, а по часам. Страж снов Виллоу охраняет все добродушные и радостные сны. Этот скин будет в силовой лиге с новой иконкой из Прием. Давайте расскажем про новые 7 гиперзарядов. И первый гиперзаряд на Рику отскок-перескок. Дальность супера Рику увеличивается на 120%, а атака на 45% сильнее. 8 бит. Антивирус. Все противники в радиусе поражения становятся слабыми на 35%. Гиперзаряд на Биби. С каждым ударом по врагу жвачка увеличивает свою оставшуюся дальность и скорость на 15%. Гиперзаряд на Эдгара. После приземления Эдгар мгновенно восстанавливает себе 50% супера. Да, мы знаем, что уже вышел гиперзаряд на Эдгара, но это было сделано до выхода Брау Толка. Гиперзаряд на Грома. Супер непрерывно пробивает стены, а не останавливается при столкновении с ними. Гиперзаряд на Бонни. За Бонни также летят два пушечных ядра, которые приземляются после Бонни с прерывом в 0,5, нанося 700 урона и отталкивают всех врагов. Но про все гиперзаряды мы рассказали. Думаю, теперь можно рассказать и про Новый год, не так ведь? Солидарен со Снифи. Начинается второй год, как я уже в конце ептерстве. А сейчас мы расскажем про новый набор скинов к теме. И первый скин. Кнейф в свитере. Спустя год выходит первый скин на Кнейфа. Камин Перл. Вам всегда будет тепло рядом с ней. Праздничная свеча Спайк теперь не колючка, он из воска. Новогодний Мэнди скин, победивший в даблмейке от Обрыгана. Поздравляем. Вот мы и вернулись, думаю, что уже можно рассказать про нашего два бравлера. Встречайте Кат. Кат не просто робот из аркады, он добродушный и добрый робот, он поможет вас со всем, чем сможет. Атака Ката. Через его ноги пропускается электрическая полоса. Если враг близко, а то есть от одной клетки до пяти, то стрелка будет продвигаться прямо к врагу, а когда доберется, нанесет урон. Ульта Ката похожа на Бита, но отличается, он кидает диск, который создает защитное поле. Если враг зайдет в него, он не сможет двигаться на 2 секунды, но его может освободить союзник. Так, про бравлеров рассказали. Можно и про питомцев. Фишка обновления — это питомцы. Питомцы — помощники, которые могут помогать вам в бою, и они могут служить как украшение. Чтобы их получить, нужно открыть специальный стардроп. Стардроп с питомцами. Чтобы получить этот стардроп в Бравл Пассе, и на дороге трофеев можно будет получать частицы, будет дорога питомцев, где и можно будет получить этот стардроп. Пока что добавлены только три питомца, это кошка, лиса и пчела. Также у питомца будет редкости. На экране вы увидите, кто какой редкости. Также можно будет прокачивать питомца с помощью корма. Корм – новая валюта для прокачки, но только для прокачки питомца. У питомца будут уровни сил,
как и у бойцов. Можно будет отдельно прокачать урон питомца, силу и здоровье. А еще мы забыли рассказать, как получить корм. Он будет выпадать в стардропах, только когда у вас есть питомец. Максимальная сила питомца 12. Все, мы рассказали про питомца. Также набор скинов Aquafire туда входит. Мастер огня Фэнк старый, заремоделенный скин. Водяная вилла теперь она ходит с аквариумом. Ну, Дабл, может уже расскажем про новый режим? Конечно. Новый режим «Поймай звезду» — смысл режима в том, что вам нужно собирать звезды. Вы играете 1 против 10 игроков, в рандомном месте будут появляться звезды. Выиграет тот, кто получил больше всего звезд. Но все не так просто, будут появляться роботы, которые могут вас убить, также у вас могут забрать звезды противники, будьте аккуратны. Также, если несколько игроков собрали одно количество звезд, и они могут победить, то в начале игры, посередине игры выпадет алмазная звезда, кто ее подберет. Тот выиграет, если у тебя большое количество звезд, и есть противник с таким же количеством. Выходят новые скины. Джунгли в этом комплекте входят. Кокос Отис, вкусный и тропический. Обезьяново, его возможно найти только в самых глубинных джунглях. Рейнджер Джанет, она спасет вас от всех диких животных. Тропический ящик бит, вы никогда не будете голодные с ним. И скин за 299 гемов, китайский боб Байрон, глубоководный леон, победитель еще одного даблмейка. Поздравляем. Скины на тему джунглей закончились. И у нас остался еще один боец. Представляем Стоуна. Стоун – это голем, который охраняет джунгли от врагов и нападающих. С таким охранником никто не сможет пробраться. Атакой он кидает свой камень, который, если не попадет врага, взорвется, нанося урон в... Ультой он метает свой камень, который, долетая до врага, раскалывается на части. Если камень долетит, он наносит урон. То и еще раскалывается, и каждая частинка будет наносить урон. Ну, вроде все. Всем пока, удачи и до встречи. Пока!